Введение нулевой и отрицательной ипотечных ставок в Дании обернулось бумом на рынке кредитования. Банки повышают прогнозируемый уровень доходов по итогам года. Как пишет газета «Политикен», всего за несколько месяцев ипотечные контракты на новых условиях подписали более сотни тысяч домовладельцев. Похоже, это крупнейшая волна перекредитования, с которой мы когда-либо сталкивались. Процентные ставки падали все ниже в этом году из-за отсутствия уверенности на рынках вследствие торговых войн и на фоне страха за будущее экономики. Датские банки снижают ипотечные ставки до нулевого уровня с начала года, а некоторые стали доплачивать клиентам за кредиты. Финансисты объясняют, что банкам это выгодно с учетом отрицательной ключевой ставки Центробанка и других факторов. Процентные ставки падали все ниже в этом году из-за отсутствия уверенности на рынках вследствие торговых войн и на фоне страха за будущее экономики. Датские банки снижают ипотечные ставки до нулевого уровня с начала года, а некоторые стали доплачивать клиентам за кредиты. Финансисты объясняют, что банкам это выгодно с учетом отрицательной ключевой ставки Центробанка и других факторов. People.